Сер камин, затишок під ключ. Сами себе, что мы все-таки сюда пришли. В честь чего же все-таки мы здесь сегодня собрались? В этом году нашей программе «Девять дворцов» исполняется 10 лет. И по этому случаю мы решили провести церемонию награждения лучших архитекторов и дизайнеров нашего города. Церемония называется «Style and Vision 2011». Аплодисменты, друзья! Итак, дорогие друзья, право открыть наше торжественное мероприятие мы предоставляем руководителю компании «Ойкос» Юлии Булгаковой. Ваши аплодисменты. Поприветствую. Добрый вечер, уважаемые гости. Прежде всего, безусловно, я хотела бы поздравить программу «Девять дворцов» с 10-м юбилейным годом существования. Сегодня «Девять дворцов» подводит итоги конкурса, но это далеко не конец. Это только начало хорошей традиции награждения лучших дизайнерских идей. Я представляю культ-центр «Ойкос», который находится по адресу улица Университетская, 74. Это монобрендовый салон декоративных материалов. «Ойкос» — это компания с мировым именем, колоссальным опытом и безупречной репутацией. В этом году компания «Ойкос» также решила отметить и наградить лучших дизайнеров и архитекторов Украины. С этой целью компания «Ойкос» объявила конкурс. Об условиях конкурса вы узнаете из первых уст. Я приглашаю на эту сцену официального представителя компании «Ойкос» Франческо Тартини. Встречаем! Минут молчания, и представляю ваши лица, сейчас мы услышим ваши рассказы об «Ойкосе» на итальянском языке. Нет, на русском, слава Богу. Пришел момент, чтобы наконец-то тоже объявить наш конкурс. Конкурс дизайнеров и архитекторов. У нас будет возможность, я надеюсь, видеть очень красивые проекты. Проекты настоящих дизайнеров Украины. Спасибо большое. Мне же от себя хочется добавить. Уважаемые дизайнеры и архитекторы, давайте все участвовать в этом замечательном конкурсе. И все нашей большой компании полетим по приглашению «Ойкос» в Италию. Дамы и господа, сейчас прошу поприветствовать бессменный руководитель, продюсер и просто креативный вулкан Надежда Покатаева. Ваши аплодисменты. Я хотела бы поблагодарить всех собравшихся. Хотела бы сказать, что в Донецке это просто клондайк. И на самом деле мы просто даже не можем показать за такое короткое время весь потенциал всех работ, потому что приходят и приходят еще работы. И я надеюсь, что у этого конкурса будет продолжение. Дизайнерам хочу пожелать хороших заказчиков, творческих совместных проектов, чтобы дизайнеры отправляли заказчиков, чтобы были красивые проекты, которые украсили бы Донецк, которыми бы мы могли гордиться, как, наверное, этим местом Донбасс-арена. Спасибо всем! Пожалуйста, друзья. Ну что ж, перед началом нашей церемонии на эту сцену выйдет человек со скоростью пальцев, которого я лично наблюдаю с трудом, успеваю. Попробуйте сейчас и вы. Итак, на эту сцену приглашается
лауреат Гран-при Евразия, замечательный аккордеонист Кирилл Патри. Ваши аплодисменты.